Вот это вторая передача. Хуяк. Слышно? Слышно? Ага, воздуха хапнул. Хуя себе, тормоза нету. О. Ёбаный рот. Ну похуй чё. Поехал. Так, значит, что произошло? Я, короче, упал на бок, тормоз пропал. Этот болт, короче, мне не открутить было. Я его аккуратненько высверлил. Вот так вот. И, короче, сейчас закручиваю, прикиньте. И второй шлеп и лопнул. Сука. Я, короче, победил. Немного, конечно, в кривь. О. Как говорится, кататься хочется, надо что-то придумывать. Точил гаечку. О. Наискосок. И такой пока колхозный такой поставлю. У меня просто метчиков нету, который резьбу нарезает. Надо либо у кореша взять, либо купить, чтобы были. Ну, сейчас буду прокачивать. О. Ну, значит, как получилось. Но сейчас прикол обнаружил. Такой, про который я слышал, конечно, но не думал, что со мной произойдет. Прокачал тормоза. Все, ручка вон. Упругая, все. Когда нажимаешь на тормоз, диск ходит, короче. Такой, блядь, с этой стороны обхожу. А колодок нет. Да ну на. Получается, вот этот болт
который держал здесь колодку. Двух колодок нету, вот поршень. Вот он прям упирается. Вот второй поршень. По-моему, у меня были новые тормозные колодки. Болта этого нету, все. Колодок тоже нет. Покинули чат. Я еще думаю, что так резко тормоз пропал. Думаю, вроде воздуха не было. Блин, сзади-то нормально все. Направляшка это. Сзади у меня вон она какая. Мясная. Это такой прикол. Короче, снял суппорт. Нашел свои феррадошки, которые были куплены еще вот по такой цене, 1100. Прикиньте, сейчас я их внедрю, новенькие. Тормозильки. Тормозильки починил. Колодочки новые его внедрил. Все прокачал. Еще, короче, это... лапку решил отпилить, этот кусочек. Отпилил его нафиг. Даже удобнее стало, то большая была. И, короче, вместо 12 звезды поставил 13. Сзади у меня 48. На 12-48 максималка 118 я выжимал. Дальше уже, блин, такой звон стоит, что просто ужас. Ну что, завтра протещу. Так что так, все. Че, малыху починил. Все, всем до встречи.